И вот они снова на льду. Они были в этом году в Оберсдорфе. Были, выиграли. Были в Бордо, и там выступили только с короткой программой, вот равно как ручки, которые она всегда так делает ручки. Греет, потом поправляет волосы за ушами. И... Все знаете, Татьяна Анатольевна. Да, руки на талию, потом стала... между прочим. Со сложного захода с кораблика. Стой! Молодец, умница! Хоп! И пошла дорожка. Она заодно пошла. Сложный заход. Терпи, терпи. Дотерпел. Что лучше? Кто-то тучи, я просто разведу руками. Все четвертого уровня, Татьяна Анатольевна. Все до единого элемента. Сколько за лучший шпагат? 8,6. Полбалла плюс. Плюс сальхов. Плюс сальхов, правильно. Как один человек прыгнул. Плюс 2 балла относительно тройного тулупа у Савченко. Ну, тут нечего говорить. Тут, конечно, без вариантов. Нет, говорить всегда есть о чем. Это да, мы можем болтать-то вообще без умолку. Дискутировать. И это не умаляет рассвета и до следующего катания рассвета. Катание не умаляет заслуг Алены. Когда сильные соперники, ты сам сильный. Это очень важно. Какие молодцы, просто брависсимо. Как одна секунда пролетела эта программа? Как одна секунда? Тодес. Никто не устал, не успели ни вдохнуть, ни выдохнуть. Сползает Тодес до третьего уровня. Где-то что-то ну, придумали. Тодес был третьего уровня, да. Уже ее так в конце держал. Они четвертый уровень Тодеса, мне кажется, не получали. Максим очень нервно реагирует, когда ему снижают уровень за Тодес. Говорит, ну я же додержал с закрытыми глазами. У них очень хороший
Натодос. У них очень хороший Натодос. Заход. Заход сложный, как красивый, и ее, интересный. Так и его. Мало, мало русских в зале. Итальянцев много. Которым ехать 5 евро. Я это знаю по Германии. Я не знаю, как между странами, но по Германии... Вы знаете, конечно, привыкнуть к тому, что они... Мы вроде как привыкли, что они вот возвратились, а они возвратились не просто так. Они возвратились... Почему третий уровень? Потому что он циркуль снял. Видели? Да, да. Вот да. На повторе было заметно. Да, он циркуль снял. Как бы то ни было, блестящее выступление Татьяны Волосожар и Максима Транькова. Немного томительное ожидание, но вот и оценки. 79,77 балла, уверенное первое место, 4,2 превосходство. Честно. Над Сашей. Понимаете, это честно. Вот и все, это честно. Ну, Алену я тоже очень поздравляю. Федя, привет тебе.